И еще раз всем привет, друзья, кто подключился, кто присоединился. И так вот, мы начинаем, друзья. Сегодня у нас четвертый стрим из циклов «Войны Рос». И, кстати, да, для всех сразу говорю, что внизу вы можете скачать торрент-раздачу на тяжелую среду, и добавлю я на столетнюю войну. Ну ладно, начинаем. Итак, друзья, закончили мы предыдущий стрим тем, что ланкастеры проиграли, проиграли в нескольких сразу сражениях, и в итоге яркистская партия приходит к власти в Лондоне. И тем самым становится, ну, буквально-таки новым правительством английским. Сам же герцог Йоркский, Ричард Йоркский, прибывает в Лондон, высаживается в Англии он 2 сентября 1460 года и сразу направляется в Лондон. Тем временем же королева Маргарита де... Де Анжу, где же она у нас? Вот, Маргарита де Анжу, она, как известно, самый большой интриган того времени, вместе со своим сыном бежит к шотландскому королю Джеймсу II в надежде укрыться от йоркского гнева. Сам же король Генрих, он остается под стражей в Лондоне и успешно занимает покои самой королевы, где его, собственно говоря, и охраняют. Одновременно с этим Ричард Йоркский занимает покои короля, что, в принципе, для всех является таким знаком того, кто здесь действительно хозяин. Тем самым яркисты полностью победили Ланкастеря на тот момент. Но не все так просто. Конечно же, 7 октября нам нужно было собирать парламент, чтобы начать уже как-то влиять на власть действительно. Его собрали, но... В целом это был полностью, само собой, яркистский парламент, ни одного ланкастерянина не было. Ну и главная задача была это определить, собственно говоря, что же делать дальше. В первую очередь, конечно же, начались назначения. Назначения ставил Ричард, и в основном эти назначения были, само собой, тех людей, которые нравились ему, и те люди, которые были при нем, и те, кто считался, ну, ярым представителем и поборником йоркистской партии. Но вторым важным вопросом, который нужно было решить парламенту, это вопрос о престолонаследовании. Понятное дело, что, захватив власть, Ричард хотел себя утвердить сразу королем. Но, с другой стороны, это нельзя было сделать, так как Генрих получил эту власть вполне законно. Он не был узурпатором. Был узурпатором его отец, но не он сам. А следовательно, друзья, я думаю, вы прекрасно понимаете, что просто так снять права нельзя было с него. Тем более, что ему клятву верности давал каждый из присутствующих в зале, даже пускай это был Йорк или Ланкастер, но в любом случае он давал ему присягу верности. И, как всегда говорил Ричард, он делает это только во благо короля. Он пытается его защитить от плохих людей. Поэтому парламенту Ричард предоставил бумагу со своим генеалогическим древом, которым, в принципе, доказывал о том, что приход к власти ланкастеров — это ошибка. Ошибка и узурпирование трона, но и что на права он имеет, королевский трон, он имеет куда больше, потому что он имеет право наследия по линии Мортимеров-Йорков. А Мортимеры-Йорки, как я говорил на первом стриме, это практически прямая королевская ветвь. Ну, практически, я опять же говорю, но, по крайней мере, она куда прямее, чем Ланкастера. Поэтому было решено сделать так, дабы все остались при своем, каждый выиграл, что на Генрихе правление Ланкастеров заканчивается. И в буквальном смысле следующим уже наследником будет либо Ричард Йоркский, либо его сын Эдуард. В принципе, все довольны. Ну, жив король и жив король, все равно правит Йорки, да, по сути, и Ричард практически сразу получил высшую власть, да, он сразу же начал очень сильно эту власть распространять. Сразу появились люди, которые наказывали всех тех, кто говорит против Ричарда, да, тех, кто хотел выслужиться перед Ричардом, но, в принципе, народ любил Йорков. Власть Ланкастеров, действительно, они устали от нее, она их достала, и это было заметно. То есть в Лондоне, и не только в Лондоне, Йорки пользовались больше, скажем так, популярностью, да, их любили, нежели ланкастеры. Позже, чуть позже, мы об этом еще к этому вернемся, когда Генрих попытается подойти к Лондону, он поймет, что... Ну, ладно, позже, куда мы забегаем, друзья, об этом мы сегодня тоже поговорим. Так вот, в принципе, ситуация складывалась такая, что пока единственным сильным правителем в Англии был только Ричард.
Но все было не так просто. Само собой, оставались еще те и сильные противники йорков, те, кто поддерживал ланкастеров, которые начали собирать свои войска. И в целом основным местом базирования войск на тот момент стала армия графа Нортумберлендского, лорда Клиффорда и Дакра. И собрались они в Йорке, что на самом деле смешно, но ланкастеры собрались в Йорке. И своей целью они выбрали Йоркшир, угодья, принадлежащие, само собой, Ричарду Йорку, для атак на них, причем атак таких довольно-таки жестоких, сожжением полей, деревень, насилием, убийствами, ну, в общем, все, что мы любим так сильно в Средневековье, все это они там устраивали, и своей целью они стремились как можно нанести больше урон йоркистской партии со стороны экономики, ну, и, возможно, какое-то еще психологическое воздействие в том числе. Одновременно с этим был там, само собой, и Генрих Сомер, герцог Сомерсетский, и Эндрю Троллоп. Я вот сейчас подглядел, Троллоп, да. Я немножечко ошибся. Ну, я не люблю вот эти английские фамилии. С французами как-то проще, вы знаете, друзья. Как-то они проще произносятся, несмотря на все их эти приставочки. Так вот, собиралась действительно довольно-таки серьезная армия, и было понятно, что ланкастеры готовятся к реваншу, к очень сильному реваншу, чтобы вернуть свою власть обратно в свои руки и покарать йорков. Подлаги с картинкой, да? Сильные, друзья? Ну, наверное, надо было бы немножечко в настройках еще покопаться, потому что канал... Ну, уж извините, теперь... В любом случае, не будет фризить на водах. А раз звук нормальный, то можно меня оффнуть. Я все равно только рассказываю, считайте, что это радио. А на воде будет все хорошо, никаких подлагов быть не должно. Так вот, начали они собирать ту армию. Вот по мнению некоторых хронистов, армия, собранная ланкастриан, была 15 тысяч человек. Но на самом деле есть мнение... Давайте вот так сделаем. То мне кажется, слишком... Нет. Во, давайте сделаем вот так вот. Так света будет несколько меньше, и мне так больше нравится. Так вот... Хронисты говорят о 15 тысячах человек, которые собрали ланкастриане, но на самом деле это довольно-таки спорная информация, никаких более подтверждений этому нет, поэтому тут довольно-таки сложно говорить, но давайте будем говорить 15 тысяч человек. Ну, давайте так, как я уже говорил на прошлых стримах, мы будем использовать для сравнения, ну, где больше понятное, да, было, там, допустим, в какой-то битве, да, еще мы будем к цифрам сегодня обращаться много раз, но цифры точные нигде не называются, хронисты, конечно, любят приукрасить дело, особенно в пользу победивших, ну, поэтому давайте будем говорить все равно 15 тысяч. Так вот, в основном армия йорков состояла из рыцарей и сквайров, то есть это были довольно-таки хорошо подготовленные бойцы в плане и оружия, в плане, конечно же, и подготовки военной, умения воевать, да, и, конечно, это был серьезный противовес армии йорков, которая выдвинулась к Уэйкфилду, друзья, Уэйкфилду. Очень сложно это прочитать, Уэйкфилд. Ну, вот. Такое название. Ничего не могу поделать с этим. Уэкфилд. Так вот, к Уэкфилду выдвинулась армия йорков, которая была примерно такого же по размеру, но состояла она из небольшого количества рыцарей, а также лондонского ополчения. Лондонское ополчение — это уже признак того, что в Лондоне йорков любят. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что в ополчение люди просто так не идут, а, следовательно, если они в него идут, значит, они поддерживают того, за кем они идут. В принципе, эта битва случилась 16 декабря, и, в принципе, она окончилась полнейшим разгромом для йорков, просто полнейшим. Причина этого разгрома, вот тут вот скорее важный вопрос. Ну, в целом, есть несколько теорий, друзья, от очень фантастических до вполне реальных. И давайте мы рассмотрим все, потому что каждый из этих теорий имеет право на место, тем более, что... Эти теории довольно-таки книжные некоторые, да, их можно как раз увидеть в какой-нибудь книжке, бы они хорошо смотрелись, а некоторые вполне реальные, и я думаю, что так и было. Так вот, давайте мы поговорим о всех теориях, почему же йорки потерпели серьезное поражение от ланкастеров, а поскольку оно серьезное, я скажу после, когда мы будем подводить итоги этого сражения. Так вот, во-первых, французский хронист Деварен пишет, что... Деварен, он же француз. Точно, Деварен. Он
пишет о том, что ланкастериане пошли на хитрость. Какое, значит, это была хитрость? Они внедрили в армию Йорков 400 отборных солдат, которые, в общем, устроили диверсию на начало атаки, ну и ударили буквально в спину. Очень прохладный вариант. Почему прохладный? Потому что вы прекрасно понимаете, что эти 400 человек подошли перед боем. Якобы ополчение от ближайшего города, сейчас вам скажу, какого, Ланкашира. Так вот, от Ланкашира, они якобы пришедшее ополчение, подмога, она внезапно подходит, присоединяется, то есть никаких с ними ни сопроводительных писем, ни с них никаких, наверное, ничего не было ведь, да, логично. Поэтому я думаю, что это маловероятно, да, что вот так вот отряд спокойно впустил 400 незнакомых человек. Ведь нам кажется, что, да, там, это логично. На самом деле, подумайте себя на месте генерала, представьте, а тем более, что армией руководил сам Ричард Йоркский, стали бы вы рисковать такой безопасностью, накануне битвы пускать 400 человек незнакомых. Да, понятное дело, что тут вероятность предательства была крайне высока. Однако, вот якобы именно вот это повлияло. Плюс еще во время самого боя Эндрю Троллоп, уже знакомый нам, использовал хитрость, он поднял знамя графа Уорикского, то есть графа Уорика, и тем самым сделал вид, что это поступило подкрепление. А на самом деле он, как бы, просто это была хитрость такая, а он ослабил, тем самым немножечко ослабил фланг, который увидел идущее подкрепление. Ну, все понадеялись, что это идут к ним помогать, и на самом деле ударил и атаковал. В общем, вот этот момент, он как бы скорее более обоснован, потому что во время битвы такое провернуть куда проще, да. Для чего нужны знамена, флаги, я думаю, вы прекрасно понимаете, что во время боя крайне сложно увидеть, да, что-то, даже если вы командуете армией, а тем более, что в то время командовать и сражаться практически означало одно и то же. И понятное дело, что заметив где-то справа или слева от себя штандарт, да, или флаг, и знамя своего союзника, да, своего друга, вы только радуетесь этому, потому что, о, вот это да, вот это неожиданность, это какая радость. Ну, само собой, а если вы генерал, вы можете как-то осознать, что, ну, то быть не может, ведь Уорик в этот момент на другом конце света там, и вообще он тут не мог оказаться. Но для солдата простого это облегчение, вы представляете, появляется флаг союзников, о, да, отлично, подкрепление. Вот сейчас нам помогут, ведь, ну, солдат не посвящен обычно, да, в какие-то тактические хитрости и так далее, что и не может понимать, что этого быть не может, да, и так далее. Поэтому понятное дело, что появление подобного флага могло вызвать облегчение в рядах яркистов, ну и этим могли спокойно воспользоваться атакующие и нанести серьезный удар. И так, извиняюсь, у меня тут стрим почему-то прогрузился внезапно. Так вот, так что, вот это, да, это имеет место быть. Но то, что 400 человек вошло в лагерь и вот так спокойно, ну, здесь как-то прохладно. Ну ладно, это первый вариант. Вторым вариантом, значит, развития, почему проиграли союзники Йорка и сам Ричард Йорк эту битву, пишет миланский посланник Джакопо Антонио Делла Торре. Вот, я ж прочитал, потому что это сложно сказать. Он писал, что Йорки имели 300-кратное, да, превосходство перед армией ланкастеров, но проиграли, потому что у них была очень плохая дисциплина в армии. Ну, вы знаете, опять же, и что самое главное, да, что войска были настолько заняты грабежом вокруг, что они не смогли собраться к битве, их просто разбили поодиночке. Очень, вы знаете, этого, ну, я не верю в это. Я объясню, и не только я, да, несколько авторы со мной соглашаются, некоторые, да, и эту теорию опровергают. Почему, я сейчас попробую объяснить, ну, это даже логично. Подумайте, вы побеждаете в войне, и вам остается одно решающее сражение. Ну, надо быть полнейшим дураком, чтобы позволить своим войскам гулять где попало, понимая его важность. Тем более, зная, что там, даже если вас больше, ну так не проще ли нанести последний удар? Тем более, сам Ричард был таким человеком, который был довольно-таки собранным и сдержанным. Он, именно поэтому его и любили, да, как бы он не был кутилой, он не был гулякой, вряд ли бы он разрешил бы своим войскам заниматься таким вот грабежом. Понятное дело, что тут скорее бы наоборот была бы собранность, войска были бы собраны, и
Ну, как бы это, тем более 300-красное, как бы превосходство, тоже очень спорный факт по поводу того, что именно такую армию могли бы собрать йорки и так быстро. Вряд ли. Скорее всего, это тоже было приукрашено, ну и вообще такая теория, конечно, имеет место быть, но думайте, делайте выводы сами. Третья теория — это это теория аббата Джона Уиндхемского. Уимпхемского. У меня проблемы всегда с этими фамилиями. Ничего не могу с этим поделать. Так вот, его теорию вторят еще два источника, еще два хорониста пишут, с его теорией соглашаются. И, в принципе, она самая логичная. Дело в том, что армия йорков, увидев, что их все-таки противников ланкастеров все-таки больше, они отошли в город под названием Сандал и ждали подхода союзников, да, для того, чтобы объединиться и ударить по противнику. Но одновременно с этим, оказавшись взаперти в Сандале, им нужно было фураж. Им нужен был фураж. И для этого они действительно рассылали небольшие отряды, которые по большей части погибали от рук ланкастериан. То есть, в принципе, слова Джакопо Антонио Делла Торре имеют какую-то, скажем так, зерно истины, да, по поводу того, что отряды были рассеяны, но как бы тут очень спорно. Они не занимались грабежами, они пытались выжить и найти еду какую-то для того, чтобы пережить вот этот момент в замке под названием Сандал. Но в любом случае этот аббат все-таки согласен на том, что Эндрю Тролоппа действительно использовал флаги Уорика для того, чтобы сделать вид, что это подошедшее подкрепление наконец-то, а сам воспользовался смятением в йоркских рядах и нанес им удар. То есть вот этот факт более-менее вероятен, так как о нем говорят аж 4, считайте, хронисты, и я думаю, что что-то подобное мы могли бы увидеть там, если бы оказались в то время. Так, друзья, небольшой чек. Скажите, пожалуйста, у меня до сих пор проблема с Кибергейм, он меня не отображает онлайн, поэтому большая просьба вам мне сообщить, сколько нас народу. Если, конечно, это не сложно. Ну, я пока продолжу. Так вот, поражение, да, это было серьезным поражением для Йорков, по той причине, что в битве пал сам Ричард Йоркский. То есть буквально йоркистская партия потеряла своего лидера, да, и человек, который был для них, скажем так, ну, собственно, их лидером и практически был уже королем, да, в их понимании. Да, ланкастеры потеряли всего 200 человек по одним данным, а йорки порядка 2500. То есть, ну, понятно и очевидно, что поражение со стороны йорков куда меньше, больше, чем понесли потери ланкастеры. Факт тот, что это было серьезным поражением и буквально-таки практически попала в война, первая война Рос попала в такой перелом, да, то есть, казалось бы, спорный момент, что же будет дальше, да, вот все ожидают, что же дальше, должна же случиться следующая битва. Но на самом деле йорки потеряли столько своего вождя, да, и по сути, ну, они не проиграли еще эту войну. Извиняюсь, кто-то посчитал, видно, необходимым написать мне что-то сообщение, но я потом прочитаю. Так вот, как кто же, собственно, дальше возглавит Йорков? И нашелся человек, который способен будет это сделать. Это сын Ричарда Йоркского, он же Эдуард Марчский, он же будущий король Эдуард IV. Пять зрителей, друзья, какие-то проблемы видно. Ну, потому что быть того не может, что у нас всего 5 человек. Так, друзья, секундочку, у меня тут что-то спамит. Давайте я прочитаю. Вот тут. А, мне тут пишут скинуть ссылку на свой стрим. Друзья. Сейчас я на секундочку.
Так, друзья, все, я отписал по поводу того, чтобы там скинули мы ссылочку на мой стрим, и мы можем продолжать. Так вот, Эдуард, он, собственно говоря, да, как бы продолжает традиции своего отца, но пока еще не является само собой королем, он просто Эдуард Марчский. И он в этот момент находился в Шрусбери, и он понимает о том, что поражение не значит поражение во всей войне, и начинает соединяться, и отправляется в Мидлендс, чтобы соединиться с войсками графа Уорика. Ну, думаю, с стариной Уориком вы уже все знакомы давно. А вот одновременно с этим Эдуард узнает, что к армии Ланкастеров примкнул Джаспер... Вот теперь внимание, это Тюдур. Вы не находите знакомым? Да, правильно, друзья. Род Тюдуров есть тот самый род, который в будущем образует... королевский род Тюдоров, как раз к концу Второй войны рос. Так вот, Джаспер Тюдур, граф Пембрукский, выдвигается с на помощь армии ланкастериан для того, чтобы объединиться с ними. Но Эдуард решает перехватить его и вместо для битвы выбирает такое, как Мортимерс Кросс. Друзья, вот вы видите перед собой это самое поле боя. Это Мортимерс Кросс, 1461 год, 2 февраля шло в этот момент. Тут, в принципе, битва была довольно-таки простой. Ну, вот карту я нашел, поэтому можете оценить, как все происходило. Само собой, белым у нас выделены Йорки, красным у нас выбраны Ланкастеры. Чего такого она себе не представляла, действительно, специфического, кроме одного факта довольно-таки интересного. То, что войска Йорков наблюдали довольно-таки интересное явление такое небесное, ну, по преданию, что как будто бы солнце превратилось в три солнца, а потом объединилось в одно. Ну, и все это сочли очень хорошим знаком. Эдуард приказал всем склонить колено в молитве, помолиться перед боем, а потом пойти в атаку. В итоге полный разгром ланкастериан. Они потеряли 3000 человек. При этом был захвачен и сам Оуэн Тюдор, да, или Тюдур. Собственно, вот он, да, с его баталией, и после чего он был даже казнен. В принципе, уже тогда все поняли, что теперь у меня не показывают, сколько зрителей. Друзья, вот я говорю, какая-то проблема с этим каналом, я, честно, не могу понять, в чем причина. С утра он вообще не работал, так что вы уж извините. Ну, ничего страшного, я думаю, ничего страшного в этом нет. Может быть, мне кто-то комментарий пишет, что у меня там не работает, я не знаю, там, канал и так далее. Нет, просто видно, какой-то вот сегодня просто косяк случился. Ну, ничего не поделать. Может быть, на самом деле нас куда больше, чем 6 человек, и просто все люди думают, что стрим не работает. Так вот, это была полнейшая просто победа Йорков, полнейший разгром. Ну и в целом... Так вот, я извиняюсь, что сбился, меня вот немножечко отвлекся. Так вот, Эдуард уже тогда стал показывать себя как... довольно-таки более жестокий, чем его отец. И в целом, именно, наверное, он начнет такую традицию, что во время Первой войны Рос пленных брать практически не будут. Потому что и те, и другие будут понимать, что прошло время милосердия, и пора уже действовать жестко. Потому что, как я думаю, вы прекрасно понимаете, были уже попытки как бы мягких решений вопросов, да, но все они заканчивались не очень хорошо. Так вот, ну одновременно с этим, как известно, если в одном месте где-то есть хорошая победа, то в другом месте всегда будет ужасное поражение. Так вот, поражение йорки потерпели при месте уже победоносном для них. Второй раз они в этом месте сражаются. Это Сент-Олбенс. Я думаю, вы помните, о нем говорили. Как раз именно там пленили Генриха. Это было уже давно. Это было 2 стрима назад, если не ошибаюсь. Нет, это было на прошлом стриме, друзья. По-моему, это было на прошлом. Я сейчас, честно, уже просто не вспомню, когда я о этом рассказывал. Так вот, то, что битва при Сент-Олбенсе, это уже вторая битва. И, собственно, в местечке под названием Сент-Олбенс, как раз в этот момент остановился граф Уорик. Уорик приготовился к обороне, очень хорошо все прямо подготовил, расставил артиллерию. Туда даже прибыл отряд бургундских бомбардистов с бомбардами, довольно-таки таким опасным оружием. Вот. Были
рассыпаны по всем ключевым улицам Калтропы. Для тех, кто не знает, Калтропа это такая, ну, я думаю, вы знаете, такой ежик, знаете, в виде тетраэдра, такой острый, да, чтобы, ну, лошадям, собственно, вредить и не давать пройти. Были всевозможные расставлены ловушки, ну, скажем так, всевозможные сетки, всевозможные, опять же, шипы, воткнутые копья. Были установлены повеза для стрелков. Ну, опять же, для тех, кто не знает, повеза это такой большой щит, который был либо сделан из дерева, либо в более дешевом варианте повеза была сделана из сплетена из, ну, скажем так, из веток, да, чтобы в ней застревали стрелы. Ну, в основном уже к тому моменту повезы были исключительно деревянными. В принципе, деревянные повезы пришли из 13 века и с тех времен не сильно изменились. Задача их была в основном как башенного щита, то есть за ним можно было спокойно укрываться, что, в принципе, и делали в основном стрелки для того, чтобы можно было спокойно перезарядить арбалет и продолжить вести стрельбу. То есть, в принципе, Орик был готов к обороне, причем так очень хорошо готов был, да, и, в принципе, поражение практически ничто не предвещало поражение в этой битве, кроме, скажем, несколько факта того, что йорки напали, ланкастеры, точнее, напали на йорков не с той стороны. Дело в том, что армию вела сама королева Маргарита, это хитрая интригантка. Армия, в принципе, была действительно довольно-таки серьезной. Туда влились и шотландские наемники, и валлийские наемники. В принципе, практически большая часть северных земель присоединилась к ланкастерской армии. И, в принципе, во главе этой армии стоял сам Генри Бофорт, да, ее фаворит. То есть, ну, в принципе, тут поражение было тоже. Ничто им не предвещало поражение, потому что был действительно большой состав. Но они и выиграют. Действительно, дело в том, что проблема была такая, что не увидели вовремя расположенные разведчики, да, вокруг города о том, что армия ланкастериан меняет свое направление. Она сделала несколько ложных нападений, которые были отражены, и тем самым сама армия в этот момент напала не с севера, как ожидалось, а противоположно, напала с юга. Тем самым для Орика это стало серьезной атакой, он попытается развернуть строи, да, развернуть строй, развернуть артиллерию, чтобы встретить противника грудью, но, как вы понимаете, процесс перестроить на узких улочках города, довольно-таки небольшого, крайне сложно. Войска начинают смешиваться, факт тот, что именно в этот такой неудобный для противника момент, собственно говоря, и происходит атака. Но все бы ничего, если бы не одно. С Вориком был король Генрих. Генрих, которого он взял с собой, да, не желая его оставлять в столице, он бежал. Да, в этот момент неразберихи, Уорик теряет над ним, скажем так, надзор, теряет сам или кто-то из его подчиненных. Факт тот, что король Генрих бежит, само собой, в стан ланкастеров, дабы объединиться со своей семьей и со своим сыном, и со своей женой Маргаритой, и тем самым подойти под их защиту. И действительно, несмотря на довольно-таки серьезные потери, сам Уорик отступает, битва заканчивается поражением для йорков. Ну и, в принципе, на этом, наверное, и все, потому что главное, это уже случилось, да, король Генрих бежит в стан, и, в принципе, это еще одно серьезное поражение. Действительно, принц Эдуард, тоже Эдуард, ну, понимаете, дело в том, что называть Эдуардами в то время было нормально своих детей, и поэтому, что были такие замечательные, как Эдуард III, Эдуард Черный принц, Эдуард II, Эдуард II, ну так себе. Ну ладно, факт тот, что, ну, все это довольно-таки, скажем так, известные личности. Да, и понятное дело, что в имени Эдуард в то время ничего плохого, друзья, не было. Это сейчас его как-то путают с чем-то странным таким. Так вот, что в присутствии принца Эдуарда, который, кстати, был посвящен в рыцари, и более того, он был официально объявлен принцем Уэльским, то есть полностью теперь было подтверждено его наследие, престол наследия со стороны ланкастеров. В этом в присутствии была совершена казнь всех взятых в плен йорков. Ну, тем самым, как бы, Генрих продолжил традицию Эдуарда Йоркского, да, то есть о том, что пленных брать уже в этой битве не будут. Следующей битвой становится битва при Ферибридже.
потому что, с одной стороны, понятное дело, армия Эдуарда, с другой стороны, армия Ланкастеров. И каждый, одержав по победе, начинают постепенно сходиться. Дело в том, что, ну, мы немножечко, скажем так, сделаем небольшую прелюдию. Дело в том, что, победив в этой битве, Генрих, по сути, мог идти в Лондон. Путь для него был свободен. Также путь был свободен для Эдуарда, но Генриху было куда проще дойти. В итоге Генрих не решается идти в город, а отступает назад, слегка, чуть-чуть назад. В чем же это связано? Они объяснили. Объяснили тем, что они прекрасно понимали, что нападение на город может повредить многие жизни невинных людей, да, многие могут быть убиты, и якобы Генрих, заботясь о своих подданных, не пошел на такой рискованный шаг и просто решил отойти. Но на самом деле, 10 зрителей, друзья, ну вот, ну вообще это на самом деле как-то удивительно, потому что обычно мы собираем старых добрых 30 зрителей, которые, я не знаю, может быть я не, да нет, вряд ли. Мне кажется, все-таки какой-то баг присутствует. Вот честно, я не знаю. Я пытаюсь понять, в чем этот баг, но пока еще не особо понимаю. Ну, просто, наверное, плохой канал, какой-то неудачный. Может быть, остальные по фоллоу как-то следуют за мной. А тут мой канал вдруг не заактивировался. Ну, в любом случае, друзья, те 10 человек, которые нас смотрят сегодня, вы молодцы. Любите историю, маму вашу. Ну, история, мама ваша, как природа. Так вот, ну, давайте говорить честно. Генрих не пошел в Лондон, потому что он прекрасно знал, что даже придя туда, даже войдя в него, он недолго там пробудет королем, и народ, который откровенно уже дал понять, что Ланкастеров уже не любит, а Йорки-то как раз нравится куда больше, скорее бы всего выгнал бы его оттуда, если бы даже не убил. Он тогда не знал о том, что через много-много-много лет народ так вот жестоко расстреляет там, скажем так, диктатора Чаушеску. Ну, вот примерно этого он и боялся, да, что погибнет его жена, погибнет его ребенок в результате восстания, которое может вспыхнуть в городе, и поэтому он, собственно, и отступил. Но зато Эдуарду Йоркскому нечего было бояться, и он спокойно выдвинулся в Лондон, и 26 февраля он в него вошел. Тем самым две армии временно разошлись, но ненадолго, и скоро им снова придется схлестнуться в новой битве. Так вот, дело в том, что начали к Эдуарду в этот момент начали подходить новые и новые войска, тем самым к нему даже пришел лорд-канцлер Джордж Невилл, уже известный нам, да, с небольшим отрядом привел своих людей, но более того, он привез с собой еще один замечательный подарок для Эдуарда. Он привез ему заверение от епископа о том, что он, Эдуард, отныне может именоваться как Эдуард IV, король, законный король Англии и Франции. Да, на тот момент еще Франция добавлялась к королевскому титулу. И действительно, 3 марта уже был собран совет в замке Байнардс, где уже официально было признано то, что Эдуард IV является, собственно говоря, королем. И после чего случилась довольно-таки быстрая коронация. Уже в 4 марта уже он можно было его назвать уже королем, хотя Эдуард чуть-чуть позже, да, то есть, если я не ошибаюсь, он это сделает 3 марта, за день до этого самого собрания, он отправится в Вестминстер, где взял в руки скипетр и надел на свою голову корону. В общем, считайте, что даже с 3 марта 1461 года в Англии два короля стало. С одной стороны, новый король Эдуард, с другой стороны, старый король Генрих. А у меня тоже сын Эдуард. Ну, кого это волнует? Так вот, действительно, началась подготовка к генеральному сражению, можно сказать так, потому что стало понятно, что вот играть вот в эти вот поддавки, отступления, наступления практически уже невозможно. Уже обе стороны, ну, по-хорошему, устали от этой довольно-таки затянувшейся для них войны. И понятное дело, что надо было собрать как можно можно больше войск. Итак, по оценкам хронистам, на 13 марта 1461 года вот такой баланс сил наблюдался в двух армиях. Считалось, что в одной стороны
было по 2, с каждой стороны дела было по 20 тысяч человек. С другой стороны, пишется, что было вроде бы как от 50 и даже 75 тысяч человек. Но, честно говоря, мы давайте склонимся к такой точке зрения о том, что у йорков было 36 тысяч человек, у ланкастеров 42 тысячи человек. Это цифры, как самые частые встречающиеся в разных источниках. Я вот посмотрел несколько, и вот именно 36 и 42 это такие цифры, которые, ну, можно назвать прям-таки самыми-самыми популярными. И в итоге армии начали наконец-таки то долгожданное движение к друг другу, чтобы наконец-таки в финальной битве разобраться и показать, кто из них круче. Ну, вот примерно как-то так. Несмотря на то, что это был март, шел еще серьезный снег, в Англии было холодно, был очень сильный ветер, и я недаром на это делаю акцент, ибо скоро это станет роковой причиной для поражений одной из армий. Так вот, ну, сначала была, как я уже сказал, на Ферри-Бридже случилось довольно-таки казусный момент, когда лорд Фитцуолтер и граф Уорик, наш старый знакомый, попытались прорваться через вот этот самый Ферри-Бридж. Ну, я думаю, что и название понятно, что это мост. Мост этот занимал довольно-таки небольшой авангард ланкастериан. Бой затянулся, он длился более 6 часов, и только через 6 часов, скажем так, с подходом уже основной армии, этот мост удалось форсировать. Небольшая битва, но все-таки, которая какой-то дала надлом в армии йорков. Но этот надлом был незначительный, и, в принципе, 29 марта 1461 года случилась одна из самых важных битв на тот момент, битва при Таутоне. Я вот сейчас вам включу, нашел эту такую довольно-таки интересную карту, вот такую вот. Это, друзья, битва при Таутоне. Я думаю, вы видите расположение войск. Но я сейчас все поясню. Хотя тут довольно-таки все хорошо написано, но давайте не будем это читать. Я расскажу вам все сам. Вот здесь есть даже место, где это происходило. Город Таунтон, Сакстон, с другой стороны. То есть это, в принципе, вот таком, скажем так, между Таутоном и Сакстоном. Но битва при Таутоне, именно так она вошла в историю. Сражение началось в 9 утра. И, как всегда, как видите, армию йорков поделили на три баталии. Ну, в принципе, это же сделали и ланкастеры. То есть, ну, здесь была первая, вторая, ну и третья баталия. Вот так вот они стояли. Ну, в целом, третья была, скажем так, запасной, да, тем самым засадным полком, как у нас, полком, как у нас принято говорить. Так вот, основная задача была именно защита, то есть, по сути, йорки изначально нацелились на то, чтобы быть обороняющимися и защищаться от наступления ланкастериан. И в итоге лорд Фокенберг атаковал, то есть, да, одновременно с этим Фокенберг был со стороны йорков, я сразу предупреждаю, он немножечко выдвинулся вперед, и, увидев это незначительное движение, отреагировали и ланкастериане. Они двинулись полным ходом и, в принципе, приготовились к атаке. Но, как вы видите, вот на этой карте, кстати, это показано, направление ветра нам сразу говорит о том, что уже сейчас погода была на стороне йорков. Действительно, для ланкастеров именно этот ветер, ледяной и снег, сыграет очень решающую роль. Дело в том, что Фокенберг хитро прикажет лучникам йорков делать лишь только один залп. Залп такой хитрый, скажем так. Поскольку ветер им помогал стрелам, да, лететь дальше, то они пролетели дальше, чем летит, ну, скажем так, стрела в вакууме, ну, то есть при идеальных условиях. Поскольку снег был очень сильным, то ланкастериане не могли просто разглядеть расстояние между войсками. И поэтому они, увидев, что до них долетели стрелы, подумали, что можно уже начать стрельбу вести, и что, в принципе, все хорошо. Из-за той белой пелены, которая разделяла два этих войска, они не знали, что на самом-то деле йорки находятся намного дальше. И поэтому принялись разряжать свои арбалеты, луки и все, чем можно было выстрелить. Но в основном, конечно, это были луки и арбалеты. Но стрелы, как вы понимаете, практически не долетали. И поэтому йорки просто с довольными лицами ходили и собирали падающие перед ними стрелы, пополняли свои колчаны, одновременно с этим разряжались колчаны ланкастеров.
В итоге, после довольно-таки долгого количества безрезультатной стрельбы, ланкастеры двинулись вперед. Ну, совершая... Вот. И решили просто добить их, наконец, до конца. Но это было, скажем так, самой большой ошибкой. Потому что в этот момент по ним ударили стрелы и болты, все те, что были у йорков, и все те, что они успешно подобрали. И поэтому, по сути, после такого массивного залпа, да, то есть то расстояние, пока они преодолевали, погибла большая часть атакующих. После этого, конечно же, ударила и основная сила йорков, и, в принципе, на этом все и закончилось. Битва при Таутоне в итоге просто показала, наконец-таки, кто где и правит. Ланкастеры были разбиты просто на голову, и огромное количество потерь, причем в основном стороны это были потери со стороны ланкастеров, со стороны йорков практически не было убитых, ну, скажем так, каких-то известных людей, а, ну, само собой, со стороны солдат были потери и с той, и с другой стороны. Действительно, вскоре того, всех тех, кого взяли в плен, хотя король Эдуард дал приказ пощады не проявлять, пленных не брать, все-таки были взяты более 40 рыцарей, и вскоре их всех казнили. То есть это, по сути, было полное уничтожение проигравших. Поэтому дальше Генрих с оставшимися силами вместе с королевой Маргаритой он попытается бежать. И, в принципе, ему это удастся. Одновременно с этим Эдуард, раздав, скажем так, почести всем победившим, решит, что ему пора официально уже устроить пышнейшую коронацию. То есть уже не просто ту самую такую быстренькую коронацию, которую он провел в Вестминстере, завладев скипетром и короной, а уже такую настоящую пышную коронацию, чтобы окончательно стать королем. И вот 14 числа Эдуард, остановившись в своей резиденции в Ламбете, решил начинать подготовку к этому, скажем так, эпичному зрелищу, которое предстояло. Ну, в принципе, дальше уже стоит сказать, что коронация прошла чуть более чем успешно, да, здесь я как-то не хотел бы особо останавливаться на рассказе, какие блюда там ели, я этих вещей, к сожалению, не нашел. Факт тот, что в итоге Эдуард IV официально уже теперь по всем законам и по всем канонам становится новым королем Англии. Более того, 4 ноября 1461 года парламент принимает очень важный закон, это называется «Биль о измене». И в «Биль об измене», как вы понимаете, попадает уже и сам король Генрих, и его жена Маргарита де Анжу, и его сын принц Эдуард Вестминстерский. А также еще 14 лордов, в том числе которых и герцог и Сомерсетский, и герцог Эксетский. Понятное дело, что теперь уже оставшиеся ланкастеры начинают думать о любой возможной помощи с любой возможной стороны. По сути, сам Генрих и его жена Маргарита отступают на север, снова к шотландским землям, чтобы укрыться там, и начинают искать поддержки. Само собой, к кому обратиться в первую очередь за поддержкой? К самим шотландцам. В принципе, для короля Джеймса III, ну, никаких как бы проблем воевать за ланкастеров не было. Почему? Потому что Шотландия, как я думаю, вы понимаете, всегда довольно-таки была не в ладах с англичанами. Ну и возможность в любом случае потрепать и захватить пару-тройку замков под шумок, что в принципе шотландцы будут делать, на них была выгодной позицией. Поэтому они с удовольствием согласились помогать королеве и помогать ей войсками, и деньгами, в общем, всем чем угодно. Вторым, конечно же, логичным союзником была Франция. Сначала Маргарита туда пошлет своих двух, скажем, помощников, но они не успеют, и король Карл в этот момент умрет, и его место займет король Луи.
который будет более осторожен и не согласится на какие-либо переговоры ни с одной партией, ни с другой. До поры до времени я хочу это, этот момент подчеркнуть. В итоге, в целом, несмотря на то, что Луи XI позначально отказался от какой-либо помощи, он позже передумал, потому что туда прибыла сама Маргарита д'Анжу, которая уговаривала его и обещала ему всевозможные посылы, посулы. И, конечно же, в итоге Луи все-таки пришлось дать ей помощь, хотя довольно-таки небольшую. Небольшой отряд для небольшой береговой операции, ну, а также немножечко денег, чтобы продолжить сопротивление. Собственно, почему он так на это согласился, очень спорный вопрос, тут можно долго размышлять, что, собственно, что же его убедило в итоге в приезде Маргариты д'Анжу для того, чтобы поддержать сторону ланкастеров, но вот факт остается фактом, и значит, сначала он отказал двум ее помощникам, хотя, ох, вейт, дайте подумать. Так, друзья, что тут? Маргарита Анжуйская, ну, потому что, если ты помнишь, Евгенка, что в фильме это довольно, даже в фильме это довольно-таки сложный процесс был, да? Во-вторых, Йорк все-таки не был ее мужем, поэтому обвинить ее в измене он не мог. Он не был ее официальным мужем. Я еще раз говорю. Тем более, если ты вот сейчас слышал, что уже к тому моменту вышел биль о измене, в котором, собственно говоря, их обвинили официально изменниками. Но обвинил их не Ричард Йоркский, а его сын Эдуард, уже король Эдуард IV. Поэтому тут вопрос, наверное, все-таки ближе к вопросам чести. О том, что, может быть, Ричард просто не хотел этого делать. Мы уже с тобой об этом говорили на прошлом стриме, я продолжу. Возможно, Ричард действительно этого не хотел делать. Возможно, Ричард давал ей шанс, скажем так. А возможно, просто потому, что не был королем, а Эдуард-то королем уже является. И поэтому король может делать чуть больше. А Ричард все-таки никогда не был королем. И королевская власть, даже несмотря на то, что ты против короля, по средневековым законам была практически абсолютом. А следовательно... А вот объявив себя королем, Эдуард уже мог позволить это сделать, собственно, что он и сделал, и даже вписал туда Генриха, который еще фактически оставался королем Англии. Ну, вот такая вот ситуация. Однако ланкастериане решили высадиться в Северной Англии, чтобы потрепать нервы, потрепать финансы, потрепать земли армии, ну, вообще, яркистам, и для этого они использовали часть французских наемников, которые выдал Луи XI, ну, и, в принципе, это были нортумберлендские земли, которые Маргарита вместе со своей небольшой армией решил-таки осадить и потрепать. Но на самом деле это было, скажем так, не очень долго. Вскоре стало известно, что Эдуард собирает армию, и Маргарита решает отступить. И уже к концу года ситуация становится явно не в пользу внезапно появившихся ланкастеров. Ланкастеры отступают, и вскоре вновь туда приходит армия йорков. Более того, друзья, йорки берут в плен герцога Сомерсетского, а точнее, я думаю, вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Я говорю о товарище Бофорте. Так вот, этот самый товарищ Бофорт, он был взят в плен, и вместе с ним был взят в плен еще один лорд, но его-то казнили, а вот Сомерсетского оставили, и, скажем так, он даже впал в фавор, он, Генри Бофорт, впал даже в фавор королю Эдуарду, потому что, когда он остался при нем, да, он выпросил прощения, да, король его решил сохранить ему жизнь. Оказалось так, что на них двигалась довольно-таки серьезная армия шотландцев, которые в этот момент подошли к месту вот всего этого действия с королем Генрихом. Но, в общем, в целом, Бофорт предложил Эдуарду не отступать, а приготовиться к обороне. И шотландцы, несмотря на все просьбы и уговорки Генриха начать атаку, отказались этого делать, считая, что это не нужно сейчас.
и вследствие чего отошли сами от места возможной битвы, вследствие чего Эдуард подумал, что Бофорт не так уж плох, и решил его оставить при себе и ввести его, скажем так, в фавор. Но на самом деле это ему дорогого стоило, потому что вместо этого он выдал Сомерсетскому 200 человек и отправил его на север для того, чтобы, скажем так, подвести там порядок. Но на самом деле Бофорт на тот момент пользовался такой неприятной репутацией среди жителей Англии, что едва его заметили, они подумали, что он пришел как Йорк, ой, как Ланкастер, грабить достопочтимых Йорков. И Йорки устраивали ему на него засаду, чуть было один раз не убили, вследствие чего королю пришлось Бофорта отправить куда-нибудь подальше, ну, скажем так, для его же безопасности. Однако сам Бофорт подумал, что это просто попытка его сослать, что король его испугался, и быстренько-то позабыл о том, что когда-то попрашивал у него прощения и решил его снова предать. Тем более, что тут выдался довольно-таки удачный случай, сэр Ральф Грей. Уж не предок ли он? О, мне кажется, я знаю, кто его пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, сто раз правнучка. Так вот, Ральф Грей, друзья, извините, что-то вдруг зачесался нос. Я, пожалуй, сделаю вот так, чтобы почесать. Прям ужасно зачесался нос. Так, друзья, я потом прочитаю там чатик, сейчас я уже договорю. Так вот, в итоге Бофорт отступает, бежит из, скажем так, плена, хотя это был не плен, Эдуарда и отправляется к этому самому сэру Ричарду Грея. Ну, в итоге вот так вот, ой, Ральфу Грею, извиняюсь, к Ральфу Грею. Ну и начали там собирать войска. Одновременно с этим Эдуарду удается внезапно заключить годовое перемирие с королем Шотландии. Ну, само собой. Деньги, замки, как всегда, решают многое, и в итоге шотландцы решают приостановить военные действия с Англией. Для Генриха это довольно-таки серьезный удар, потому что он прекрасно понимает, что единственным его союзником на данный момент остался сам Генри Бофорт, а также Ральф Грей и несколько его союзников, которые на севере Англии начали собирать войска. Генрих, в принципе, решает туда отправиться и, наконец, объединиться с ними, ну и попытаться снова начать бой против Йорков. Но затем будет битва при Хеджли-Муре и битва при Хексаме. На этом мы, в принципе, сегодня и закончим. Поговорим сейчас про эти две битвы. Ну и, в принципе, именно этим двум битвам будет уже предоставлена честь завершить Первую войну Рос и окончательно расставить те самые акценты сил на политической арене в Англии того времени. Так вот, в Пасхе в Йорк прибывает уполномоченный со стороны Шотландии, и практически под самую Пасху был заключен еще один мир, но теперь уже большой, 14, друзья, летний, даже 15, вот я сейчас подсмотрел, 15-летний мир между Англией и Шотландией. Одновременно с этим армия Ральфа Грея и вместе с остальными пытаются небольшим отрядом, совершенно небольшим отрядом, напасть на отправившегося на север епископа эссекского графа Уорикского, а также лорда Монтегю. Эти друзья будут, ну, скажем так, друзья, в кавычках, да, эти трое достопочтимых сэров отправятся на север для того, чтобы окончательно уладить вот эти все шотландские вопросы. Именно их попытается как раз остановить отряд, совсем небольшой отряд, в который войдет и Бофорт, и Грей, и так далее. Тут опять цифровая неурядица получается. С одной стороны, все говорят, что на стороне, само собой, лондонцы говорят, да, то есть Йорки на тот момент писали о том, что на стороне Ланкастеров было чуть ли не 5000 человек. Ну, а бедные Йорки были в небольшом количестве, но все-таки доблестно победили в этой битве. Но давайте считать так, не мог Бофорт и Грей собрать на тот момент большой отряд, тем более для такого вот нападения. По сути, их там было порядка 80-100 человек с одной стороны и примерно столько же с другой стороны. В итоге отряд Сомерсета, то бишь Бофорта, был 25 апреля, его армия была полностью разбита, погиб в ней даже Ральф Перси, один из
скажем так, один из ключевых ланкастеров на тот момент. Ну и в итоге отряд спокойно добрался на север, и по результатам вот этих всех действий между Англией и Шотландией был подписан 15-летний мир, тем самым полностью убив все надежды на шотландскую помощь с ланкастеров. Так вот, последнее уже, что оставалось сделать Генриху, это, собрав все свои северные силы, двинуться в свой последний бой. И вот так вот история подтверждает, что это будет битва при Хексаме, где и будет суждено, скажем так, сойтись и скрестить свое оружие в битве. В принципе, сама по себе битва будет, ну, скажем так, не такой, в ней ничего особенного нету, это такая же простая стычка, стенка на стенку, можно сказать, да, то есть и здесь никаких таких вот хитростей тактических вы не увидите. Так вот, 14 мая 1464 года лорд Монтегю выступит из Ньюкасла, и ему тут же донесет разведка о том, что армия Генриха в 4 километрах от Хексама расположилась, ну, армия Генриха. И, в принципе, уже к 15 мая случится само сражение. Причем стоит сказать о том, что, увидев подступающих йорков, уже несколько, довольно-таки значимое даже, скажем так, число ланкастериан дезертируют из лагеря, посчитав, что nothing to do here. И тем самым в итоге отряды Монтесгю быстренько разобьют армию ланкастеров, и, более того, будет пленен Генрих. Одновременно с этим Генри Бофорт в этот раз уже будет обезглавлен. На этом все для него закончится, а также будут обезглавлены четверо его слуг. А Генрих в цепях будет привезен в Лондон, где, собственно говоря, его и посадят под замок, под арест. Собственно, почему не убили, спросит Евгенка, я знаю, он любит такие вопросы. Здесь все логично. Потому что убивать старого и уже уставшего от войны Генриха не было смысла. Подумайте, пока жив Генрих, официально королем Англии он является он. Но стоит ему только убить, как только командование официальное примет молодой, импульсивный его сын Эдуард. Который, к тому же, находится в этот момент во Франции, куда он, собственно, вместе со своей матерью Маргаритой бежал. Понятное дело, что в таком случае он уже будет являться королем, и тогда к нему, само собой, он может перетянуть куда больше людей, будучи принцем. А когда король находится под замком, ну, скажем так, это немножечко другое. Понятное дело, что в такой ситуации нахождение короля под стражей куда логичнее, чем его обезглавливание. Действительно, еще несколько лет будут вестись сражения, но в целом плененный Генрих станет тем самым завершающим аккордом первой войны Рос, когда в итоге на троне Англии воссядет сын Ричарда Йоркского Эдуард, ныне нареченным Эдуардом IV официально по всем бумагам, ну а Генрих, король со стороны ланкастеров, будет находиться в Тауэре под стражей, ну тем самым, в принципе, обезопасив Йорков от дальнейшего воздействия со стороны ланкастеров. Тем самым Первая война Рос будет официально завершена. А также одновременно с этим мы официально завершим сегодняшний стрим. Сейчас я, друзья, как всегда, отключусь, потом немножечко с вами поболтаем просто так.